Всем привет, ребята, и хорошего вам настроения. Продолжаем с вами играть Shadow Fight 2. Ну что же у нас? У нас что-нибудь вообще открылось, доступно? Нет? Сейчас мы глянем. Так, рысь. Легко. Кирпич, ничтожество, неужто ты решил потягаться со мной? Я же раздавлю тебя. Ну, братишка, это еще надо посмотреть, кто кого раздавит. Так, это у нас второй босс. Ну что же, давайте попробуем ему наковырять. Раз он у нас второй босс, тем более легко. Никаких, блин, проблем не должно быть. Ага, выкусил? Тихо, 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 тихо. Блин, он все-таки задел меня, говнюк. На-ка, получи. Так, надо его, ребят, подлавливать. Вот так вот. На-ка, вот в уголочке его когда зажимаешь. Тихо. Блин, гад своими дубинками. На-ка. Блокировки встают. Ё-моё, своими подсечками. Так, да что ты. Так, на-ка. Промазал. На. Сейчас я тебе. Опа, нормально, все отлично. Первый раунд, ребята, за нами. Я его проткнул Сай. Так, даже не надейся, кирпичик. Даже и не думай. Вот так вот. Ой-ой-ой-ой-ой, какой был кувырочек, ребята. Да что такое-то? Тихо. Блин, когда... Ё-моё. Угомонись. Давайте-ка, оп, на шампур его, как говорится. На. Блин, подловил меня все-таки, а, говнюк. Так, давай, о, елка, хотел пырнуть его. Ну, он все равно у нас отгребает свое, так что, ребята, будем спокойны. Как никогда, ё-моё. Да ну какого лешего-то, а? Прям в пяточку ему, нормально вышло. Так, тихо, тихонько, вот тут вот опасно, ребята, опасно. Да угомонись ты, блин, чмошник. Вот так вот, все, отдыхай здесь. Ах, еще жив. Блин, ну вот теперь валяйся. Все, ребята, прошли мы этого кирпича. Ничего в нем сложного не было. И я получаю 502 монетки. Я не понимаю, как такая букашка смогла победить меня. Далеко и просто. В дуэль можно войти раз в 4 часа. В дуэлях тебе придется использовать выдаваемое на время боя снаряжение вместо своего. Дуэль. Нормально, 240. Бой, конечно же, ребята. Что там за дуэль? И нас встречает, ага, ниндзя с ножами, по ходу дела. Ну что же, давайте его накумарим, ребятушки. Ну-ка. Неплохо, да? Так, тихо, тихонько. Вот это замечательно. Так, главное, блин, как я не люблю эти мечи, ножи точнее. Ну, я думаю, что он сейчас у нас откурит, ребятушки, по полной программе. Так, бросочек. Пинка бы ему, конечно, бы для скорости бы не помешало бы. Давайте. Да какой лес ты... О, все, отлично. Коленочкой, как говорится, промеж глаз. Так, главное здесь не облажаться, ребята. Опа. Блин, встал в блок, урод. Смотри, что творит, а. Ага, выкусил, урод. Так, потихоньку, ребят, не спешим. Оп. Блин, вот смотри, он как будто предугадывает мои удары, а. Чмошник. Нет, ну не может быть. Еще давай меня тут заколбать. Тихо. Так, получил. Да не подходи ко мне вообще. Опа, из-под тишка, смотри, что делает. Блин, он практически меня добил, ребята. Хат, свинота мелкая. Блин. Ёлки-палки, что-то он меня очень быстро раскатал. С первым раундом это, конечно, было несравнимо. Так, ну главное здесь, ребята, не оплошать. Отлично, на. Вот, вот, вот этого я долго ждал. Тихо, тихо. Главное не спешить, ребята, а вот. Эй, успел все-таки. Я думал, сейчас как сзади из-под тишка мне даст. На-ка. Так, блин, о. Молодец. Дал ему. Вообще куда-то там за кусты его выпнул. Давай, подходи ко мне. Опа, отлично, лети дальше. Елки-палки, не то хотел сделать. О, и последний. Ах ты, прям миль. Головная боль, достижение. Ну, я, главное, его ухоркал, ребята, и это хорошо. 250 золотых я получаю. Итого, чего? Да не надо мне никаких фейсбуков. Так, давайте закроем и получим 5 кристальчиков своих, халявных. Так ведь? Нет, нифига не получили. Да и фиг с ними, ребят, с этими кристаллами. Ну что, у нас 1078... Невозможно. Сложно. Давайте на сложном хотя бы повоюем. И ждет нас
железный. По-моему, этот говнюк уже был. Да и по большому счету это не важно. Сейчас просто мы ему пропишем люлей и все. Так, тихонько. Он, значит, у нас с кастетами. Ну-ка, тихо. На косае. Вот это было замечательно, ребята. Неплохо я его нашинковал. Еще коленочкой, как говорится, в подбородок. На. Блин, когда связка пром... Тихо, 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 не буй... Нет, блин. Что ж делать-то, а? Тихо. Да что у него такие удары-то мощные, а? Туалет меня вообще отсюда. Тихо. Вот это другой разговор. Так, надо прокалывать. Оп. Еще удар. А-а-а. Ну, добивочный. Вот это другой разговор. Отдыхай, железный дровосек. Так, ребят, ну это был только первый раунд. Вот у нас второй. Главное здесь не оплошать. Они почему-то на втором раунде начинают через чур мощным каким-то становиться. Ну, смотрите, что делать, а? Смотрите, как специально, блин. Подходить надо потихоньку. Без... Без всяких там рыв. Вот, да как вот, вы сейчас видели, что было? Он мне прописал два удара, и все. И я слег. Блин, третий раунд. Если сейчас проиграю, то это пипец будет, ребят. Ну-ка, давай. Ага, про... Да какого лешего с двух ударов просто ложит, блин. Нормально. Придурок, блин. Ладно, что у нас тут появилось из оружия. Так, нагрудник Кенга пока недоступен, он с 4 уровня. Ну, давайте улучшим, наверное, свою старую кожаную куртку. Хотя, можно, в принципе, посмотреть, что за оружие. Ага, оружие у нас тоже Саи. Это... Можно, в принципе, улучшить Саи. Это, получается, у нас 42, да, атаки. А по шлемам... Маска Кенга, 380. Ну что ж, давайте, наверное, купим. У нас как раз еще остается где-то 600, да? А, 709. Ну что же, замечательно. Попробуем, давайте, так уж на худой конец. Так, здесь что у нас такое? Так, ну, удары те же самые. А, какая-то медалька внизу. А, получить за это, за достижение. Ладно. Ну что же, давайте зайдем на карту и глянем, как у нас сейчас... турнире. Сложно, блин, все равно сложно, а? 260 золотых за победу. Железный. Блин, надо его как-то подловить, ребята. И накумарить. Не знаю, каким это макаром у нас получится. Ну, шлем купил, хоть какая-то должна быть. Уже защита получше быть. Тихо. Главное не попасться под его комбо сраное. На-ка. Опа. Блин, кританул, гад. Подсечкой. Да еще и оружие выбил. Ё-моё, блин, ну вообще замечательно. Чё я теперь тут... Не, тут, ребят, уже заведомо я проиграл, потому что, ну, кулаками, а он с кастетами, как-то фигня получается. Ну, я буду в шоке, если я затащу, конечно, этот бой. Тихо! Вот, видали, что творит, а, гаденыш? На... Да какого фига ты прыгаешь-то? Я же не это хотел делать. Удар, блин, боковой. На, ой. Блин, на, вот тебе и на, блин. Осталось на удар буквально. Ага, вот видели? Сейчас бы вот в эту связочку попал, был бы мне финиш. Да как же у него медленно отнимаются хп, ребят. Что за фигня? Эть, под удар прям, да? Прям под удар прыгнул. Идиот. Ведь знал же, что что-нибудь чуданет, блин. Никак я не могу привыкнуть к этим прыжкам. Когда надо, он прыгает. Когда не надо, он не прыгает. Так, оп. Опять начинает пинать, тихо. Вот так вот. Блин, вот урод, как будто предугадывает мои удары, а. Ну-ка, давай сюда. Вот это замечательно, прошло хорошо, блин. Просто, так, главное сейчас не спешить, блин, не спешить. Так, так, один удар, точный удар. Да что? Так, он крит... Сейчас еще разложит меня. Нет, 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 не должен, не должен, не должен. Ну, ударь. Жало. Жало. Херало ее просто. Блин. Сейчас не удивлюсь, если он сейчас... Все, все-таки я выиграл. Я думал, сейчас какую-то связку слепит, и я отлягу. Ладно, заключительный бой. Тут, как говорится, замечательно прошло. Ох ты, я его сбил. Тихо, тихо, тихо. Вот так вот. Главное не попасться под удар. Я вот этого боюсь. Так, тихонько, тихонько, блин. Начинает дурковать, блин. Давай, 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 тень, не шали, блин. Так,
Давай, жало. Вот, великолепно, тихо. Ух ты, у меня еще и бросок получился, замечательно. Давай, добивай, добивай. Только не спеши, добивай. Да осталось там на удар. Есть, ребята, есть. Наконец-то я этого железного дровосека победил. И получаю 276 золотых. Ну что у нас там по деньгам? Блин, денег мало. Давайте, ребята, выживание, наверное, с вами сыграем. Тут, блин, безумно. Тут время рысь вообще невозможно. Хе-хе. Так что выживание, ребята. Посмотрим, сколько мы здесь продержимся. Ну, как вы понимаете, первые оппоненты самые легкие, поэтому тут можно не напрягаться. Так, пол хпшки я снес ему, отлично. Да тихо ты, хорош, блин, буянить тут уже, а. На-ка, мимо, блин. Вот собака что творит. Так, вот гад, блин, а, подловил все-таки меня. Так, надо жало. Нет, блин, ну нифига себе, это только первый, блин. Уже пол хп нету, замечательно. Да ты чё такой оборзевший-то, а? Ну-ка. Чудар есть. Все-таки его ухоркал нафиг. Ладно, это был первый. Сейчас будет второй. Так, опять ниндзя с мечом. Ладно, не проблема. Связка не прошла, печалька. Так, хорош, угомонись. Вот начинается вот у них вот это вот. Да, блин, он мне бросок еще сделал, да? Вот зараза. Хорош, успокойся, махач, мечом. На, лети птичкой. Теперь берем нажало, отлично. Оп, блин, перебил. Да что ты? Да хорош нафиг. Ты смотри, что чудит, а? Чудило, блин. Нет, только не хватало, чтобы я на втором раунде запоролся. Это вообще будет позор, блин. Да, тихо. Вот, смотрите, что... Что он творит? Он дуркует. Все-таки я выиграл. Он дуркует, причем специально. Он бы меня уже давным-давно бы мог убить. Так, а здесь у нас еще очередной ниндзя. Уже с ножами, да? Ну-ка, выкуси. Тихо, тихо, не буянь. Так, надо вот так вот. Я как раз этого... Ножи выбил, отлично. Тихо, тихонько. Нормуль. Добил? Нет, еще удар, ребят, еще ударчик. Да, ребят, добивочный мне очень понравился, вы видели, да? Кончиком большого пальца ноги он его убивает прямо в глаз ему. Так, здесь у нас очередной ниндзя. Так, хорош, ты успокойся. Блин, единственная проблема, ребят, что у меня, конечно же, очень мало жизни. Очень мало. Это на один удар, грубо говоря. Оп, промахнулся. Тихо, успокойся, лежи, вон, отдыхай. Надо ловить ее нажало, во, отлично. Блин, нет, все нормально, нормально пока. Так, ну-ка, ай, ты, елки-палки, комбо не прошло, тихо, 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 тихонечко, не бузи, вот, так, надо подловить, подловил, блин, отлично, ребята, вот это я называю, блин, файтинг, по лезвию бритвы достижение получил. Так, раунд 5 у нас, и здесь какой-то сыч сайм, ну, здесь, ребята, я, возможно, проиграю, потому что, бум, все-таки меня добил. 208 золотых я получаю. Итого у меня 1193. Что я могу дальше, ребята, сделать? Так, ну это у меня, я так понимаю, достижение. Получаю свою эту монетку никчемную. И что у нас происходит на карте? Тут у нас турнир, рысь. Тут все у нас безумно, невозможно. Короче, я не знаю, что и делать. Наверное, надо улучшать что-то. А что мы можем улучшить? Так, коническая шляпа. Это все не то. С доспехами у нас вообще проблема, да? Эти доступны на 4 уровне. Так, ну что, я даже не знаю. Давайте попробуем еще, наверное, сыграть на выживание. Денежек немножко подкопим. Так, давай, родной. Нападай. Оп, опа. Пол хп просто с удара. Вот это я понимаю дело. Все, добивочный. Великолепно. Даже не коснулся меня, уродец. Ну, зато теперь лежит, отдыхает в бамбуковой роще, как говорится. Ну, а у нас с вами второй противник. Тихо, тихо. Телочка, не бузи. Так, главное ее... Я вот хотел ее так поймать, но нет, не получилось. Так, когда мы с двумя... два оппонента сами, я могу... запутаться, ребята. Понимаете? Потому что я как бы тени тенями, а оружие оружие. Тем более, когда у обоих саи.
Ну все, этого оппонента больше нету, поэтому перевелать нечего. Так, понеслась, тихо, не попал. Хотя попал черкашом. Так, не бузи. Так, нормуль. Ну, давай, прыгай на меня или чем дело там. Оп! Как тебе, понравилось? Думаю, понравилось. Все, сдох. Сдох, гнида. И у нас какой там четвертый раунд. Довольно быстро продвигаюсь. Да, на пятом уровне... Что творит? На пятом уровне, по идее, у нас ребята будут уже посерьезнее противники. Начиная с пятого, точнее. Так. Опа, как я его замечательно, а, приголубил. О, да он еще и мечи... Ой, сабли свои потерял. Точнее, ножи. Все, здесь мы его должны разобрать, блин. Вот. Не дуркуй, дядя. Не дуркуй. Все, в голову прям. Блин, он меня подсечкой перебил, а? А я думал, прям в голову попаду. Ну все, ему недолго осталось дурковать, но удар. Все, отдыхай, парень. Даже не вздумай вставать, лежи лучше. Раунд 5. Вот здесь уже начинаются, ребята, проблемы у нас. Оппоненты более-менее сильные. Так, промахнулся чуть-чуть. Так, давай, иди отсюда. Ага, смотри, что творит. Так, ребят, когда ничего не делаешь, как вы знаете, просто блок получается. Но он может тебя взять, подойти и бросануть. То бишь сделать бросок. Блин, почему подсечка не сработала, а? Ну что же, давай, вставай, ищи. Блин, я промахиваюсь, он попадает. Иди отсюда. Блин, попадает критом. Ну хорошо, крит отнимает очень мало. Прыгает, прыгает, оп, подловил я его все-таки. Ну давай, прям на... Ё-моё, мой удар, блин. Да нет, 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 нет. Твою дивизию, ребята, профукал. You lose. 213 золотых. Да понятно, что you lose. Ну, у меня 1406. Что я могу теперь сделать за эти деньги? А ничего, ребята, я не могу сделать. Знаете почему? Потому что у меня закончилась энергия. И, соответственно, драться я уже не смогу. Но я могу сделать улучшение. Ну, это я буду уже, наверное, делать, ребята, в следующем выпуске. А на этом, ребята, буду прощаться с вами. Всем спасибо за просмотр. Обязательно увидимся с вами в следующей серии. Всем удачи и до новых скорых встреч. А там уж мы повоюем на славу, ребята. Всем пока.